Как тебя зовут? Давайте-ка подумаем. Егор. Катя. Максим, да? Наверное. Самое интересное приключение, которое с тобой случалось. Это было у бабушки, мы возили по Терреконам и ездили на поездах, на грузовых чисто, так внутри, по всему, по всей Луганской области. Интересно. Когда я с группой танцем поехала на Салтовку, это было очень, очень поздно вечером, и мы потерялись. Наверное, как встретил в метро в час ночи девочку из Звонка. Ну, по крайней мере, девочку похожую на девочку из Звонка. Это было очень страшно, но очень интересно. Бежали мы тоже очень весело. А знаешь ли правильный ответ на вопрос? Я поправилась? Скушай пироженку, дорогая. Да. Это твой ответ? Нет, я знаю ответ на вопрос. Ну, лучше всего будет сказать правду и все.